Всем привет, на канале Камила и Каролина. Сегодня у нас наступил Новый год. Да. И мы будем открывать подарки, которые нам принес Дед Мороз. Мы только что проснулись, да? Да. Еще не умывались, ничего, и сразу побежали к елочке. Да, это подарки красивые. Одна Каролина только расчесалась, заплела косички. Она уже давно сидит, ждет, пока мы с Камилочкой проснемся. Да, иди ко мне. Я сначала хочу... Мы подарим сейчас открытки. Открытки наши для мамы, с Камилой. Бабушки, дедушки и папы. Угу. Но дедушке и бабушке мы подарим, когда к ним приедем. Да. А сейчас... Вот. Выберем маме и папе. Спасибо. Каролина. Спасибо. Сама с Каролиной. Да. Садись, Каролюшечка. С Новым годом, моя мама. Пусть удачный будет год. Стань счастливой, самая, что... Камилочка, я не понимаю. Так, что... А, тревожит, пусть пройдет, наполняется пусть светом. Жизнь чудесная твоя, помни, мамочка, при этом. Очень я люблю тебя, с Новым годом. Спасибо, мой котенок. Папа. Каролина, отойди. Мы читаем. Так. С Новым годом, папа мой, самый лучший и родной. Пусть отличным будет год, только счастье принесет. Жизнь пусть ладится твоя. Папа, я люблю тебя. Спасибо. С Новым годом. Класс. Но еще через камеру неудобно читать. И вот у нас есть подарки. Да. Какого первого? Давай скажи. Да, маме разрешаю. Каролин, может, ножнички надо было взять, нет? Да зачем она сейчас уработает? Мне такой. Просто нет слов. Да я сама такой. Ну, значит, да. Что? Нет. Это значит, класс. Чудо сбывается даже, даже для, для мамы и для папы. Только класс, нет. Спасибо. Но это считается как подарок от Деда Мороза и от Камилочки и Каролиночки. Нет, Каролины, там ничего себе, какой классный. Прям как я и хотела. Это самый любимый цвет, салативный. Только маленький он. Покажите на камеру мне. А теперь давай вот эти. Спасибо, Дед Мороз. Да, спасибо. Портфель. Так, что мы дальше открываем? А это нам Детек подарил. Дед Мороз вместе с Детеком. Конфетки. Свинка. Свинка? Там свинка. Камилочка, туда, на себя тяни. Да. О. Тут много конфет. Много разных конфет. Давай. А ну показывай. Много разных конфет. Да, да. Там даже мои любимые есть. Угу.
по одной конфетке скидываемся. Ага, и фиксов скидывается. Вот это да. Так вы даже коробки не показали. Хоть деткам покажите, что мы открываем. Какая-то коробочка пришла с очками. Ну, Камила заказывала 3D очки. А тут даже за 4. Значит, не 3D, а 4D. О, а что это такое? Телевизор, чешу? Да, профессиональный, ничего себе, с наушниками. Где? Доня, что ты видишь там? Ты меня видишь? Доня, что там, есть что-то? Ага. Что? Что? Вы большие. Мы большие? Да. Ой, вы сильно большие. Да. Я не могу делать. Папа, что, правда мы большие? Ну, дай. Нет, там ничего нет. Там мутное все. Туда телефон, наверное, надо ставить. На, посмотри. Давай, посмотри, скажу сейчас. Телефон надо вставлять. Да. Ну, мутная, и мы большие. И да? Каролина, голова. Ого! Вы трея бентежите. А трей такой страшный, вообще ужас. Как динозавр Рекстер. Соня гавкать боится. Посмотрите. Ну, так не видно. Ну да, тут не видно сильно. Ну вон, да, Каролинина камера на весь экран где-то там. Ну, камера Каролина. Ой, головка. Да, сюда надо телефон вставлять. Вот. Что там? Ты тоже хочешь посмотреть? Можно. Для начала нужно скачать программу, наверное. Так, Камилочка уже в очках. А где акула? Там что-то плывет. Медузы. Уже что это? А мне кто-то говорят. Я ничего не слышу. Кто-то плывет. Я поснулась. Что? Где? Что? Где? Ух ты! Это не надо. Отстань! Ого, себе, какая она огромная! Сюда надо в очки скачивать программу, да? У Каролиночки пока нету места на телефоне. Она ко мне вцепилась. Бей ее. Пошла, не могу. Ёлку не сбей. Трей, прекрати. Кто-то пьет сзади. Камилу, Камилочка, у Каролиночки телефоны разряжены, по-моему, там нету места, надо что-то удалить. И плюс еще не включается, дай ей... Со своих очков посмотреть. Что-то пьет. Ты трея бентежишь. Каролиночка, иди садись, сейчас Камила даст тебе. Ты уже так дед, иди ко мне. Капец. Каролин, садись, садись. Ой, Трюша! Садись, Каролиш. Камил, дай Каролиночке посмотреть. Она прям сейчас вцепилась. Каролин, скорее одевай очки. Там что-то, она подплыла и... Он меня так напугал. Он такой, прыг. Я не люблю. Там так страшно. Клетки. Та трей, прекрати. Трейфу. Она перехотела, я за меня съела.
Нет. Крови много? Да. Сильно. Ты залетел ко мне. Камил, ну как, ты счастлива? Камил, ты счастлива? Да, я очень хотела. У Каролины что, не работает? Так у Камилы горе случилось, она телефон утопила, теперь придется новый покупать. Ой, у Камилы. Акула! Ракушечку старенькую какую-нибудь купи. Нет, придется теперь покупать. Это какой кошмар, какой кошмар. Одни растраты с вами, да? Сонь, Каролин, как классно? Снимай очки, будем закачивать программу на твой телефон. Акула меня съела уже. Кошмар! А на американских горках будем кататься на качели, да? На качели сядем и поедем. Я помню, как мама с бабушкой кричали, а я вообще не кричала, что я американской горке. Все, меня съели. Сожрали. Да. Ну, снимай очки, мы все открыли, зайчики. У меня в желудке. Давай, открывай. Вот я у меня в желудке. Ёлка, отпала нижняя прядь. Да. А тут... Ну, вот так, да. Ёлка. Там молочный коктейль для папы. И это маме. От папы. От папы. Это маме для папы, а это папе... Да. Мы просто думали, что Дед Мороз нам не принесет подарки, а оказывается, он нам принес. Я загадала маме портфель, и Каролина тоже. А папе мы ничего не заказывали, но он принес. Я заказывала американские за горках. А маме рюкзачок. И он принес. Папе портфель вы вчера говорили на ночь. Да, а маме рюкзак. Просыпаемся, а тут и рюкзак, и портфель. И портфель, и рюкзак. Да. Это очень... Угу. Спасибо большое, девочки. Видите, вы загадали, и мне Дед Мороз принес. Ой, спать охота еще. Ни свет, ни заря разбудила Каролина нас, да, Камилочка, с тобой? Это мой папа. Камила, я боюсь, я на американских горках. Вот бы еще креселка такое. На качели на свою сядешь. Каролин, снимай! Посмотри! Всем пока! Трей, это иди. Ставьте лайки, с вами были Камила и Каролина. Стой, на канале Камила и Каролина. Пока-пока. Камил, надо смотреть сюда. Пока-пока. Нажмите на час.